друзья, прежде всего я хотел бы передать вам приветствия и самые добрые слова, связанные с юбилеем акционерного общества «Астеис» и связанные с той долгосрочной совместной работой, которую ведет ваш коллектив и внутренние войска, сегодня это войска Национальной гвардии, в плане оснащения нашей силовой структуры той техникой, которая производится в вашем предприятии. Наш директор Федеральной службы Виктор Васильевич Золотов, генерал армии, бывал у вас здесь на производстве, он знаком с характером производства и, безусловно, как руководитель нашей службы, он поддерживает все отношения, которые сегодня вот закрепляются на этом мероприятии. Хотел бы сказать, что техника, которая производится здесь, на набережных Челнах, она востребована и нужна для выполнения задач войсками Национальной гвардии именно по обеспечению безопасности граждан, безопасности нашего общества. Машины имеют широкий спектр применения и находятся на защите конституционных прав наших граждан как на территории субъектов Российской Федерации со сложной оперативной обстановкой, так и там, где они востребованы для выполнения задач по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности. Сегодня войска выполняют важные и значимые задачи при проведении мероприятий международного характера, внутриполитических мероприятий, спортивных мероприятий. Мы в скором времени будем здесь, на территории Республики Татарстан, приветствовать участников чемпионата мира по футболу 2018 года. И вместе с жителями, с гражданами Республики Татарстан, значит, будем встречать наших зарубежных гостей. Безусловно, очень важно, чтобы мероприятия по обеспечению безопасности в период чемпионата мира прошли организованно. К сожалению, мы видим, что сегодня футбольные арены становятся еще и определенными участками для различных деструктивных сил. Мы помним недавний чемпионат Европы во Франции. И, конечно, мы в этом отношении должны быть во всеоружии, дабы не сорвать этот большой мировой праздник спортивный. Я хотел бы в этом отношении сказать, что мы сегодня находимся на начальном этапе нашего сотрудничества. Буквально сейчас на совещании мы определили основные направления нашей дальнейшей совместной работы. И очень надеюсь, что вот сегодняшняя передача войскам Национальной гвардии техники будет всего лишь очередным этапом нашей совместной работы. Хотелось бы, чтобы наши заказы и наша совместная работа была видна и полезна не только войскам Национальной гвардии, но и всем участникам этого процесса, прежде всего тем рабочим, служащим, сотрудникам, которые работают на предприятии. Сегодня мы здесь, на набережных Челнах, познакомились не только с производством, но и с людьми, которые на этом производстве работают. Оно непростое, оно сложное. Конечно, хотелось бы вам за это сказать спасибо. Ну и не могу не сказать несколько слов о нашем плодотворном сотрудничестве и совместной деятельности как в охране общественного порядка, так и в выполнении ряда других задач руководства Республики Татарстан. Хотел бы искренние слова признательности, благодарности передать всему руководству республики, прежде всего, конечно, Рустаму Галиевичу. Мы всегда находили понимание в решении разных задач, в том числе и при проведении важных мероприятий на территории Татарстана, Казани. И сегодня мы понимаем, что и руководством республики, и руководством города большое внимание уделяется, и видим важное значение ваших предприятий, расположенных здесь на территории набережных Челнов, не только в укреплении самой республики, но и в укреплении всего нашего государства. Поэтому огромное вам за это спасибо. Хотел бы пожелать вам новых успехов, поблагодарить за работу. И давайте дальше будем сотрудничать и дружить. Спасибо. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».